Что же, привет, народ, и у нас здесь убийство во дворце. И чё-то, он, Робертсон нервничает, или как там? Разгадайте тайну гибели королевского гвардейца и получим трость клинок голый. Пусть я и не пользуюсь тростями клинками уже довольно давно, но ладно. Дело не в награде, дело в задании. Зачем вам перематывать? А, ну потому что сейчас день, просто дождь идет. Знаете, в реальности в Лондоне дождь идет довольно редко, ну, по крайней мере, когда я там был, вот. Что-то было очень сухо. Во дворце произошло убийство. Будьте деликатны. Из-за антимонархических памфлетов обстановка напряженная. Ее величество волнуется из-за охраны. Хорошо. Сюда. Че, теперь сам Аберлайн нас ведет? Ну ладно. Ну да, он же, считай, главный. Политконстебль, так что, естественно, ему вести. Давайте за ним вот так и... Я как будто хвостиком за ним. Смешно. Интересно, если я метну кому-то что-то в голову. Ладно, я даже не буду пытаться. Пришли. Удачи вам. Посмотреть гвардейца. Ладно, начнем с осмотра, там разберемся. Прикольно, мы в королевском дворце, ребята. Эта миссия уже отличная. Солдат королевской гвардии. Тело лежит в скрюченном положении, рот и глаз широко открыты, следов насилия на теле не замечены. Встреча подозреваемых. Почему этот чувак? А, это снайпер, понятно почему. На нем прицел. Список важных персон, приглашенных на церемонию сегодня вечером. Королева посвятит рыцарь нескольких магнатов за борьбу с детским трудом. Знает об этом что-нибудь еще? Что у нас здесь? Внизу валяются осколки, разбитые вдребезги дорогой вазы. Тут ясно, кто-то с кем-то боролся. Явно, вернее, явно кто-то с кем-то боролся. Хорошо. Кто-то с кем-то. Нужен этот второй человек, так сказать. Сейф пытались скрыть, видимо. Главный центр, как будто его пытались нужно взломать. Нужно узнать об этом побольше. Так, тут пытался взломать сейф. Так, уже у нас тут мотив ограбления. Это не кролик? Выйдите на минуту. Никто не должен видеть, как я открываю сейф. Да, сейчас. Личному секретарю и величеству сэру Генри Понсонби. Уважаемый сэр Генри, мы вынуждены сообщить вам о недавнем... тревожнем происшествии. Вчера нам доложили о посещении одного мальчика. Мы дам вас, ваше величество королевы. Мальчика, хорошо. Что же за сейф такой? Окно разбито, проем достаточно для того, чтобы да, попасть внутрь. Хорошо, тут все ясно. Давайте поговорим с ней позже. Да, собственно говоря, все про это выберите из кабинета. Выбрался. Подождем. Неужели кто-то намеревался похитить скипетр? Я должна проверить. Я велела доставить скипетр с голубем из Тауэра к сегодняшней церемонии. А, слава богу. А, он на месте. Так, ну ладно, хорошо. Может, мне можно королевский скипетр? Я же старался. Ну, потом, за как награду. Я хочу королевский скипетр. Мы дождались королевы? Все, можно? Хорошо, вас поболтай. Бедняга. Я нашла его здесь. Он был уже мертв. Он отдал жизнь, чтобы защитить меня. Комбинация известна только мне. В сейфе драгоценный скипетр с голубем, который нужен сегодня для церемонии посвящения в рыцари. Кому ему понадобится? Вечером я посвящу в рыцари нескольких магнатов, стремящихся отменить детский труд. На церемонии будет весь Лондон. А понятно, почему это такое крупное дело. Ну и да, потому что мы в королевском дворце, как-никак.
Это у нас Скотланд Ярд, Арти похищен, сейф, попытка взлома. Я просто пытаюсь суммировать немножко для себя. Тело гвардейца, ран нет, ну его вырубили, разбить стекло. Кто-то, в общем, все ясно, кто-то пытался пробраться, но с переменным успехом. И да, там, кстати, новая область разблокировалась, двор Арти. Этот двор, он далеко или... далеко. Тут можно быстрое перемещение или все настолько сурово, что нужно добираться вручную. Походу все сурово. Что ж, я прибыл во двор Арти при помощи кареты. Самое время устроить опрос. Опрос через Google Forms. Для начала улики. Это что у нас за паутинка, как у меня в поезде? Расследование? Рисунки и записи, которые связываются воедино различные улики и аномалии. Отчасти к разгадным тайнам, а также бульварные книжки по их мотивам. Последняя записка, написанная разборчивым каракулями, обрывается на полусловие. Все указывает на Реймонда. Стоит еще раз допросить подозреваемого. Реймонда? Постойте, то есть, может быть, все преступления вызваны Реймондом, который, по сути... Который, по сути, ну, как бы, и давал нам эти задания. Двора чистый лист бумаги, вроде чистый лист пищи бумаги. Я сейчас вспомнил, а ведь он уже пару дней все говорил про королеву. Мол, ей что-то грозит и все такое. Арти был сам не свой. Твердил, что это какой-то преступный гений. А сегодня утром пропал. Он сказал, что на верном пути, мол, везде есть скрытые улики. Когда он считал что-то важным, записывал невидимыми чернилами, лимонным соком. Да, я видел друга Арти, мистера Реймонда. Он как раз пришел из Перлок Паблишинг с новым миром преступлений. Довольный такой. Неприятный тип. Читал с помощью дыма. Если придумать, как пустить дым, можно будет прочесть. Легко, дымовые шашки. Перлок Паблишинг, Генри Реймонд, все связано, ищите улики. Он подозревает, блин, Арти, то есть тот маленький мальчик, который постоянно ходил с Реймондом, подозревает Реймонда. Ну, значит, я тоже. Так, Перлок Паблишинг, где это находится? Не опять через весь город? Или на этот раз будет поближе? Фух, слава богу. Слава богу, спасибо. Тут километр переться через город, как не слишком приятно. Нет, все, все, наверх, наверх. Лезь наверх. Близки ли мы к истине? Хрен его знает. Далеки ли мы от истины? Пока что да. Перлок Паблишинг, давайте идем туда. Карикатурный отпуск, оттиск, бульварной газеты, взрыв во дворце, сделанный наборщиком. Глаза сразу бросаются в фразы из описания. Враг атакует сам сердце Британии, охвачен пламенем. Автор произведения Реймонд. Блин, что-то уж очень подозрительное. А может, Арти во всем виноват? И поэтому исчез. Долой монархию. Игу Виктории нужно положить конец. Скорее пора расплатить за свои грехи. А может, Реймонда подставили? Кто ж его знает, кто ж его знает. Ну ладно. План дворца? Это подозрительно. Карта. План Букингемского дворца. Кабинет королевы помещен черным крестом. Что-то, ну это уж серьезно подозрительно. То есть, если раньше я мог оправдать это как паранойю, ну блин, это что?
Явно же не подкинули. Так, тут у нас скоро Прескотт. Нейтан Прескотт, что ли? Пустые ящики из-под боеприпасов с маркировкой завод Прескотта. Он планирует взорвать дворец. Надо вывести людей. Говорит с гвардейцем. Да, Реймон совсем поехал. Я бы не удивился, что если бы он еще и Джеком-потрошителем был. Так, ребят, на это времени нет. Нам нужна карета. Там полицейский, мы можем сказать? Нет. Хотя да, знаете, кто-то может подумать, блин, они сказали тебе полицейским. Ну да, я думаю, в те времена, если бы я им сказал, ой, сейчас кто-то взорвет Букингемский дворец, меня в дурку взяли. Как больного. Людей так сложно в чем-то убедить, они никому не доверяют. Как же тяжело. Поехали. Я приехал! Так, ни во что там не врезался? Да вроде нет. Ничего, почините. На церемонию посвящения пришло не меньше сотни людей. Королева воспользуется скипетром с голубем. Она появится здесь точно в час. Черт. Как я успею? 45 секунд дается. Ужас. Бегите! Здесь опасно! Скорей! Кому сказал? Надеюсь, здесь... Вон! Вон! Чрезвычайный случай. Блин, как его слушают? Я очень рад. Там не королева? Или это Реймонд? Или кто это вообще? Вон отсюда, живо! Что вас? Кому сказал? Немножко времени мало, времени мало. Вон! Вон! Мистер Фрай, разрешу попросить меня удалиться. О, наконец-то. Почему-то все тихо. Ничего. Что за черт? Это обман. Реймон. Но зачем ему? Артепохичен, сумасшедший противник, мир преступлений. Кто он? А вы наивнее, чем кажетесь. Он ключ. Whitechapel J. Эта камера так и должна выглядеть, или это баг? Докопайтесь до сути. Все не так, как кажется. Что тут? Ну, бочки стоят, но я пока не врубаюсь. И да, Арти это маленький Артур Конан Дойль. Что-то мы не можем? Нет, нельзя уйти. А, вот куда надо. Блин, камера, ты меня пугаешь. Что это за баги были? Или есть даже. Обычный фокусник. Когда зрителей много, все выглядит куда эффектнее. Динамит. Вернее, ящики из-под динамита. Ящики из-под динамита. Пустые ящики из-под боеприпасов. Завод Прескотта.
снова. Связник говорит правду, спасти все Генри Реймонд, отважный гражданин. Генри Реймонд террорист. Ладно, давайте допросим хоть кого-то. Я нашел те же ключи. Понял, что должен быть взрыв и привел вас сюда, чтобы спасти людей. Как и вы, я понятия не имею. В чем дело? Криминальный гений. Это был превосходный отвлекающий маневр, не так ли? Но отвлекающий маневр от чего? Вы помогли мне отправить этих зануд на верную смерть. А взрыв мы вот-вот услышим. Мне кажется, криминальный гений, не террорист. Верно. Верно. Арти все подсказал. Потому что у него была запись «Криминальный гений», поэтому. Я думаю, что это оно. Пожалуйста, камера, восстановись и начни показывать что-то нормальное. Мне очень не нравится такой ракурс. Он странный. Нет, конечно, перезапуск контрольный поможет, но... Я всегда добиваюсь своего, написано левшой. Значит, все эти дела были большой прелюдией. И еще принесла приглашение на церемонию во дворец, ту, где будет особый скипетр. Понятно. А что-то за стеной ждет? Или же... Нет, просто какие-то текстуры в воздухе. Еще? Разбросанные записи. Я всегда бываюсь... Так, нет, это было. Вот, комната появилась. Не знаю, когда я сразу ее не заметил, потому что тут все появляется очень постепенно. Несколько заметок, по одной из них сообщается, что королева планирует использовать знаменитый скипетр промышленного магната. Понятно. Мошенник всегда твердит то, что вы хотите слышать. У него своя корысть. Как вот это вот связано со всем остальным? Похититель скрылся с королевой. Играл скипетр с голубем. Такому, как я, позволено все. Даже взять самые любимые из сокровищ самой королевы. Бесценный скипетр с голубем. Убил королеву. Да не убить он ее. Вы должны были отвлечь всех, чтобы я мог совершить покушение на ее величество. Хотя нет, постойте, учитывая его записи, да, покушение. Учитывая его записи, да, покушение. Пока вы гонялись за этой толпой, я похитил королеву. И теперь жду щедрый выкуп. Вообще, я не могу его обвинить. Нет, мне кажется, он убить хотел, потому что, помните, у него там были надписи... Покушение на королеву? Зачем? Ты писал, что ты ее убить хочешь. Может, он ее скрылся с ней? Идея не дурна. Другой раз. Скипетр похищен с вашей помощью. Чем не доказательство моего гения? Ну да, да, но все было понятно, потому что все пытались скрыть, но я подумал, что из-за его записи, я подумал, что Маули, он
так сказать, мыслит шире, чем просто украсть скипетр. Видимо, нет. Стой, варюха. Реально какая-то баганутая миссия. Пока на тебе мундир, делай, что хочешь. На нем был мундир, понятно. Крупный бук необычного вида, мертвый. Понятно. Видимо, он и был в мундире. Он и был в мундире, только усыпил самого себя. Или нет? Думаю, тут важна геометрия. Какие шустрые руки. У меня множество талантов. Взлом сейфов один из... Что-то я не похоже, учитывая, что ты его расцарапал. Откуда смотри? Я подсмотрел, как королева открывает сейф. Если тебя усыпили, то как? А что скажет последний? Вымогатель. Я пригрозил королеве смертью. Она тут же назвала мне шифр. Может быть, мне кажется, он подсмотрел скорее. Вряд ли. Верно. Да, просто подсмотрел. Мертвым стражем был я. Паучий яд позволил имитировать смерть. Со своего места я все видел. Я так и понял. Хотя я думал, что... Я похитил самую ценную вещь королевы. Скипетр с голубем. Представьте. И перехитрил вас. Лучшего сыщика в Британии. Я без труда водил вас за нос, подсовываю вам улики. А теперь скипетр у меня. Доказательство моего гения. Ну, а решать-то проблему как будем? Джейкоб, очнитесь. Я Рейвард. Просто думал. Он взял Арти в заложники. Они на крыше. Стиви поможет тебе, Джейкоб. Не, реально какой-то баг был. Иви мне поможет, я один справлюсь. Вы старались, но проиграли без труда. Не надо мне угрожать и не подходи. Жизнь паренька на волоске. Сюда! Вы неплохи. Я что-то не так сделал, или... Не волнуйся, он ничего не узнает. О, Иви, да, ты к месту. Я думал, я что-то сделал не так. Нет, она автоматом. Подлезем сзади, стянем его с крыши, я думаю. Не должно быть сложно. Сказал, не двигайтесь. Да ладно. Взяли, это комично даже как-то, знаете, взяли, стянули его с крыши, типа, люб. Я не знаю, в этом есть комичность. И драма, и комичность тут была определенная. Но это Assassin's Creed. Полагаю, игры в сыщиков окончены. А как же ты, Арти? Я рад, что вы вывели мистера Реймонда на чистую воду. Жаль, он больше не будет писать. Да, безусловно. Но правда, мисс Иви, мы с друзьями всю неделю ждали новый выпуск, чтобы узнать, что было дальше. Может, ты сам напишешь? Для этого нужно быть ужасно умным.
Задачка как раз для тебя, Арти. Жуткие убийства в Уайт-Чепеле. Автор Арти. О, я подпишусь полным именем. Арти Конан Дойл. Артур. Так будет куда солидней. Ну вот Артур Конан Дойл. Оценить пятерочку, конечно, а шестерку дал себе можно было, но нельзя. Трость, клинок, голубь. Ну что же, круто, у нас появился трость, клинок, голубь, это наша награда. И теперь у нас остались только задания королевы, ну и, впрочем, тонна доп. Заданий, которыми мы займемся позже, ребят. И ворода, видите, я даже ворот схватил. Что же, ребят, спасибо за просмотр, увидимся мы с вами в следующей серии. Которая будет скоро, и мы с вами пройдем там задание Виктории. Посмотрим, какие они, потому что мне очень интересно. Реально интересно, что это за задание. И до следующей серии, ребят. Пока.